Ребятушки, всем привет! Приехал в детский дом, у детишек там праздник. Ребят, спасибо огромное за помощь. Вот видите, торты им купил. Сейчас пойду им поздравлять. Ребят, всех детей с праздником. Видите, они там. Сейчас, пакетики. Опа! Так, где у них там праздник? Ребят, буду стараться с ней не снимать. Да? Здравствуйте! С праздничком! Пошлите, торты поможете мне утащить. Пошлите. Ваню-то оставь маленького, да? Егор, пошли еще. Как дела? Нормально, а да. Я вас канал видел. Да ты что, молодец. Пошлите, как у вас сегодня настроение? Нормально. Егор, здорово. Ну-ка, давайте быстренько. Давайте, а то я Павел Сивчу таскает, таскает вам. Хватайте торты. Сегодня у вас праздник, с праздником вас. Держи. Тебе. Тебе как побольше. Держи торт. Попьете. Там конфетки привез. Давай тебе. Окей? Спасибо. Давайте вас с праздничком. Пошли, ясно. Что, сегодня тепло? Велик завтра. Я приеду, велик заберу. Я договорился, там мастер починит тебе велик, хорошо? Я увезу, завтра заеду. Какой велик? А велик у вас сломался там. Который этот большой оранжевый, да? Да, я завтра выйду. Здоровенько. Да, ничего страшного, давай. Ну все, с праздничком вас. Здоровенько. Давайте ведем чай попьете. Все? Давайте, все, пока. Давайте. Ребятишки, с праздником вас. Давайте, до свидания. Поехал, некогда. Я бы с удовольствием остался. Давайте пейте чай. Все пейте чай. Все, с праздничком. Сюрприз? Конечно. Ну вы что, блин, давайте посмотрим. Ребяточки, ну что же, в 11 часов 10 минут подожду, тут какой-то сюрприз дети приготовили. Посмотрю, у них и праздник, и потом поеду. Да. Видите, сколько их детей здесь, вон и взрослые, и девчонки. Ну, наверное, плохо поели. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Здравствуйте! Здравствуйте. Ой, взрослые хорошо, наверное, подкрепили, слышно хорошо. Мы рады приветствовать вас на празднике солнышко, каникул и лето. Сегодня же 1 июня. А что это за праздник 1 июня? День защиты детей. Правильно. 1 июня, это международный день защиты детей. В этот день ребята могут говорить о своих мечтах и желаниях, о том, как они умеют дружить, и как дружно они играют вместе. В этот день посвящен вам, дорогие ребята. Вам, где вы можете играть, веселиться, радоваться. Что такое лето? Это много света, это поле, это лес, это тысячи чудес, это быстрая река, это в небе облака, это яркие цветы, это дружбы, я и ты. Вот это лето, вы со мной согласны? Да! Ну вот тогда хлопайте, быстрее закройте. Ну что, я предлагаю поиграть. Поиграем? Поиграем? Да. Да, ну тогда сейчас повторять. Как живете? Вот так! Показали, как живете? Вот так! Вот так! Показали, показали! Как идете? Вставайте, как идем! Вот так! Как плывете? Как плывете? Вот так! Как бежите? Как грустите? Давайте посмотрим, какие они грустные! Ой, здорово! Как солите? Как солите, кричите! Как солите? Подождите! Вот так! Вот так! Здорово! Я не знаю! А еще! Именно в день!
детей поздравляют. И нас всегда поздравляют, и не только в день нашего дня 1 июня в начале лета. А каждый выходной к нам приходит самый замечательный добрый человек, и мы всегда его приглашаем. Встречайте быстрее, Костя! Дарим тебе такое. И вручаем благодарственное письмо! Спасибо! Спасибо! Спасибо вам! Спасибо! Ну-ка, посмотри, за веранду, я кого-то слышу. Девчонки, мальчиши! Ой, вы никого не видите? Посмотрите быстренько! Ой, а посадка, никого нет! Ой! Поехал я. Спасибо огромное, ребят, вам, что помогаете. Вместе нам. Поеду, ребят. Вот такой праздник, ребят. Блин, аж прям до слез. Ну все, а я поехал.